это еще? Что такое? Эй, эй, поганистый эдакий, ты куда это лезешь? Стой, стой, я тебе говорю! Эх, мама, жалко, что мы отдали сиреноголового малыша. Василиса, не говори глупостей. Как это, мы бы его не отдали его же собственным родителям? Ну, как? Мы бы его спрятали. Василиса, мама! Ты что кричишь? Вот он, вот! Кто? Никого нет. Наверное, мне показалось. А что тебе показалось? Да ничего мне не показалось. Смотри, вот он! Где, Василиса, где? Я никого не вижу. Василиса, что ты выдумываешь? У тебя какие-то глюки. Нет, мама, я видела детеныша сиреноголовых. Ой, Василиса, а самих сиреноголовых ты не видела? Не видела, а малыша видела. Пойдем, Василисушка, наверх, я тебе молочка дам, и ты успокоишься. Но почему ты мне не веришь? Да верю я тебе, верю, но молочка все-таки лучше попить. Ах ты поганец маленький, ты опять к нам явился, я тебя сейчас найду, даже не думай к нам домой пробраться. Куда ты бежишь? Стой, маленький уродец! Да куда же он подевался? Только что здесь был. А-а-а! Вот ты где! Куда он бежит? Ничего себе! Вот же гаденыш! Все-таки пробрался к нам домой! Кошки, что творится? Что происходит? Девочки, что с вами? Вы сегодня обе какие-то нервные. Никиса, что случилось? Вы представляете, этот уродец, этот поганец, да он же вот сюда в наш дом залез. Никисушка, кто залез к нам в дом? Сиреноголовый. Папа сиреноголовый или мама? Папа скоро залезет. А пока что залез маленький уродец. Ой, кошки, у вас коллективный глюк. Почему это коллективный? Потому что Василисе тоже мерещился детеныш сиреноголовых. Ничего мне не мерещился. Я своими глазами видела, как малыш бегал по двору. А я своими глазами видела, как он забрался к нам в дом. Ой, что же мне теперь с вами делать? Марфа, хватит перечитать. Никиса, а куда он залез? Вон в ту комнату. О, пойдем скорее к нему. Пойдем. Ну и где же ваш сиреноголовый? Нету. Вы теперь будете говорить, что у вас не глюки? Я вообще не хочу с тобой, Марфа, разговаривать. Василиса, ты мне веришь, что я видела малыша? Верю, я тоже его видела. Только ты уверена, что он забрался к нам в дом? Уже не уверена. Пойду-ка я полежу немножко. Что-то у меня голова разболелась. Неужели действительно малыш к нам вернулся? Да точно, малыш это! Эй, малыш, это я! Не бойся меня, я же тебе помочь хочу! Я слышу тебя, слышу! Малыш, ты вернулся! Я очень рада тебя видеть! Но что же нам с тобой делать? Мама и Никиса не захотят, чтобы ты у нас остался! Ты плачешь? Не плачь, малыш! Может быть, мы что-нибудь придумаем? Малыш, а что нам делать с твоими родителями? Они у тебя какие-то дикие! Ты же понимаешь, они могут разнести весь наш дом. Вот видишь, ты это понимаешь. А еще они могут подумать,
что это мы тебя украли и захотят нас убить. Василиса! Василиса, ты где? Иди обедать. Ой, малыш, меня мама зовет. Ты посиди здесь, а я сейчас вернусь. Хорошо? Что это? Кошечки, спокойно! Это, наверное, Коля вернулся и играет на рояле. А ну-ка, Васька, отойди. Кажется, я догадываюсь, кто это там на рояле играет. Кошки! Вот это да! Вот это кино! Васька, балда, бежим скорее! Это же его папашка пришел! Или мамашка. Девчонки, прячемся! Кошки, какой кошмар! Слушайте, как они с ума сходят! На этот раз нам точно конец! Васька, нам жить осталось всего несколько минут, а ты все, малыш, где малыш? С ума сошла? Нет, не могу я здесь сидеть. Пойду посмотрю, что там происходит. Ой, сколько же их сюда набилось. Кошки, да там весь выводок сиреноголовых явился. Никиса, какой выводок? Ну, листая, я не знаю, как эта сиреноголовая банда называется. А ты их видела? Да, видела. И папашка, и мамашка явились. Ну, конечно. А еще какой-то сиреноголовый с такими же большими сиренами, как и у нашего поганца. А еще один, так тот просто урод. В смысле урод? Они же все уроды. Ну да, все уроды. А у этого не две сирены вместо головы, а целых четыре. Четыре? Ох, девчонки, нужно срочно малыша гнать в шею. А не то эти зверюки сначала весь дом разнесут, а потом за нас возьмутся. Ой, что делать, что же делать? Спокойно, кошки, без паники. Вот где эта скотина, дружок твой прячется? Сам их боится. Нет, он их не боится, он не хочет к ним возвращаться. Что значит не хочет возвращаться? Обстановка в доме, я вам хочу сказать, совершенно ненормальная. Это точно. А может быть, нам их приручить? Приручить? Вот ты и иди к ним. А если останешься живая, попробуй их приручить. Нет, Никиса, нет, не шути так. Да какие тут шуточки? Там внизу зверьё сиреноголовое бродит. О, слышите? Опять на рояле заиграли. Музыкальные зверюги. О, и запели. Живем прям как в филармонии. Никиса, пойдем посмотрим. Нет уж, я на них уже смотрела. Иди сама. Ну, Никиса! Что, боишься? А вот дружок твой подрастет, тоже таким станет. Он ручной и хороший. Ладно, пошли. Ничего себе, дискотеку устроили. Веселые ребята. Что случилось? Она нас чуть не сожрала. Кто? Пасть. Какая пасть? Ладно, Марфа, проехали. Эти поганцы внизу вечеринку себе устроили с песнями и танцами. Кошки, я пойду поищу малыша и попрошу его вернуться в семью. Попрошу. Да в шею его нужно гнать. Ладно, ладно, Никиса, успокойся. Малыш, малыш, пожалуйста, отзовись. Малыш, ты танцевать любишь? Ты петь любишь?
ребята поют, танцуют. Иди к ним.